Телерадиокомпания «Алмазный край» начинает новый сезон. В обновленной сетке телеканала появятся и новые проекты, и вернутся уже знакомые зрителям передачи. Перемены ждут и радиослушателей. Какие? Узнаем из сюжета наших коллег. В новом телесезоне канал «Алмазный край» готовит для зрителей не одну премьеру. Информационные аналитические программы будут чередоваться с развлекательными и спортивными. Посмотрим немножко по-другому на привычные всем проекты, например, тот же конкурс профессионального мастерства. Попробуем показать его как телешоу. Опять же, к региональности, это к игры по хоккею, они будут проходить в Удачном. Спортивные события в Ленске в том числе будем освещать. В общем, ну, я думаю, что мы постараемся жителей Мирнинского и Ленского района собрать в одну такую телесемью и, думаю, будем для них интересными. Начиная с сентября с отпуска выходят уже знакомые зрителям проекты. Производство в деталях, наука на производстве, шаги к здоровью. Некоторые авторы подход к передаче изменили. Так в этом сезоне изменится проект Августы Степановой «На связи». Мы, во-первых, расширим свою географию. Теперь будем выезжать в населенные пункты. Так что возможность общаться с журналистами появится и у сельчан. Изменится и формат общения. Сейчас это телефонные звонки, письма. В новом сезоне рассказать о своих проблемах можно будет лично. Одна из новинок – проект «Персона». Каждую неделю Александр Шершуков встречается с топ-менеджерами «Алроса». Разговор только на актуальные темы, интересующие работников компании и жителей Алмазной провинции. В новом сезоне телеканал обновил и линейку развлекательных программ. Не буду, наверное, открывать всех завес тайны, но в новом сезоне мы ждем несколько новинок. Это будут совершенно новые продукты. Как никогда мы попробуем сделать акцент на развлекательной части, поскольку у нас канал все-таки всегда был информационным, но в части привлечения зрителей мы решили поработать и вот на развлекательную часть. Новый сезон на телерадиокомпании «Алмазный край» обещает много сюрпризов. И уже сейчас, можно смело сказать, скучно не будет.